Глава 9. Тора письменная и устная. Оружие и боеприпасы к нему или две части аккредитива. Сноска. Аккредитив. Денежный документ в бывшем СССР, две части которого рекомендовало сохранить по отдельности. Деньги по нему можно было получить, предъявив только обе части. Конец сноски. Автор. Смысл разделения Торы на письменную и устную тоже четко разъяснен самой Торой. Прежде всего, напомню, что изучение Торы, а этот процесс не имеет предела, дает людям знания, которые становятся грандиозной силой, в смысле неизмеримо более значительным, чем смысл, вложенный в заголовок журнала «Знание – сила». Но такую силу нельзя вручать людям, не имеющим высоких духовных качеств, чтобы эта сила не стала величайшим бедствием для людей, чем становятся многие научные открытия. Представь себе, что у отца малолетнего сына есть пистолет, до которого, в принципе, может добраться его ребенок, уже не говоря о том, что это оружие может попасть и в руки злодея. Нужно ли удивляться, что владелец пистолета хранит патроны к нему в другом месте, отдельно от пистолета? Создатель знал, что исторический путь народа, которому доверена Тора, чреват периодами, когда этот народ в наказание за несоблюдение Торы будет захвачен завоевателями, в руки которых попадет и Тора. Но если евреи, воспитывавшиеся по установкам Торы в течение тысячелетий, не поднялись еще до уровня ее выполнения, иначе не было бы и их бед, то другие народы еще менее готовы к тому, чтобы в их руки было дано это могучее знание вопросов мироздания. И в руки захватчиков попадало лишь оружие, письменная Тора, но без инструкции по использованию, в кавычках, и без боеприпасов к нему, то есть без Торы устной. Так великое достояние евреев, шаббат, служащий мощным орудием духовного воспитания людей, единения семей, друзей и даже незнакомых людей. Принимать в шаббат гостей, особенно неимущих, это важная мицва. В руки других народов выродилась в обычный выходной день или два, это уже не имеет принципиального значения. У христианских народов день отдыха сдвинулся на последующий день, а у мусульманских – на предшествующий, чем окончательно был закреплен отход от смысла шаббата. А шаббат – символ веры, предписанный в числе основных 10 заповедей Создателя. Стоит хорошенько вдуматься в сказанное нашими мудрецами. Не столько евреи сохранили шаббат, сколько шаббат сохранил евреев. И вообще, в руках греков учение узкой еврейской секты последователей Йешу а-Ноцри стало христианской религией, которая лишь формально наследует идеи письменной Торы, названной в христианской Библии Ветхим Заветом. Письменная Тора безустная, и тем более переведенная на греческий, латынь и многие другие языки, потеряла свою основную фундаментальную ценность. А к этим переводам, вероятно, бесполезна уже и Тора устная. Друг, но ведь и устная Тора была потом записана и вроде бы даже превратилась в письменную. В таком случае, что мешает другим народам после этого взять на вооружение всю Тору? Автор. Мешают как минимум два фактора. Вот первый из них.
Взявшие на вооружение письменную Тору не евреи пошли своим путем, христианство и ислам с их различными модификациями, посчитав остальную «мелочь» в кавычках, не стоящей столь же серьезного внимания. Ты можешь понять это, взглянув на это глазами русского человека, полупрезрительно называющего какое-нибудь грандиозное по объему и бесполезное писание Талмудом. Штампованной формулы «начетчики талмудист» принято было в СССР клеймить догматиков, что-то где-то вычитавших и не впопад применяющих это прочитанное. И невдомек этим клеймящим, что Талмуд, в переводе с иврита это слово означает «учение», это фундаментальная часть устной Торы. Даже в самом иудаизме лет 800-900 назад появилась секта караимов, которая, признавая письменную Тору, отрицала Талмуд. От секты этой на территории СССР осталось лишь немного последователей в Крыму и Литве, а те, кто придерживался не только письменной Торы, но и устной, выстояли. Тору принято сравнивать с водою, без которой невозможна жизнь. Воде нужен сосуд, дающий ей сохранность и форму. Подобно этому, устная Тора хранит свое животворное содержание, письменную Тору. Замечу, что перевод устной Торы на другие языки принципиально не лишает ее содержательной ценности, в отличие от Торы письменной. Сноска. Недавно бабушка наших сыновей при чтении Торы обратила внимание на интересное следствие творческого в кавычках перевода с иврита. Об ивритском слове «цеваот» – множественное число от слова «цава», переводимого как «сон», «войско», «армия», «множество», «обилие», а словосочетание «цва» – «маром» и «цва» – «ашамаим» обозначают «небесные светила», то есть совокупность всех небесных тел. В сочетании с именем Бога оно правильно переводится на русский язык в большинстве мест как «Господь воинств», имеется в виду воинство как совокупность небесных тел, Вселенная. Слово «цеваот» по звучанию очень напоминает собственное имя Саваоф, приписываемое Богу во многих местах известной нам русскоязычной литературы и не встречающейся в оригинале Торы на иврите. Небольшой текстуальный анализ сразу же выявил, например, Захария 5:4 и другие, что собственное имя Саваоф действительно появилось в русском переводе на месте слова «цваот», цитируется по Библии, изданной на русском языке Обществом распространения Библии и перепечатанной с канонического синодального издания. Зато в английском переводе Торы, изданном в Израиле, в этом же месте книги пророка Захарии стоят слова «Бог сонмов» – «множеств». И не возникло там неведомое первоисточнику собственное имя Саваоф. Конец сноски. Так что первый фактор нераспространения устной Торы таков. Народы, перенявшие письменную Тору, посчитали, что получили в руки достаточное оружие, не нуждающееся в боеприпасах. Друг. Аналогия с оружием и боеприпасами достаточно ярка, но имеет какой-то, я бы сказал, милитаристский привкус, противоречащий духу Торы, как я его понимаю. Ведь ты мне цитировал уже Раби Акиву, учившего, что в основу всей Торы
поставлена любовь человека к человеку. И вдруг оружие? Автор, совершенно согласен с тобой. Это еще раз подчеркивает, насколько зло, окружающее нас и сидящее в нас самих, отражается в нашей речи, в наших мыслях и поведении. К сожалению, сравнение с оружием и боеприпасами сегодня все еще слишком хорошо понятно людям. Узкопрофессиональному кругу специалистов было бы наглядным сравнение письменной Торы с вычислительной машиной, а устной Торы с математическим обеспечением к ней. Но могу дать и совсем уж мирную житейскую аналогию, понятную в СССР. Богатство Торы – это аккредитив, который для всего человечества выдал Создатель на имя евреев. Евреи должны научиться пользоваться этим богатством, чтобы затем к нему приобщить все другие народы. А так как этот аккредитив мог бы попасть в случайные руки, в том числе и в руки злоумышленника, и это вероятнее всего, то на такой случай он выдан в двух отдельных частях, как и денежные аккредитивы в Советском Союзе. Причем одна из частей устная, ее не отнимешь. Друг, но устную часть можно забыть. Автор, да, можно. И именно поэтому, когда возникла опасность, что мозги, способные запомнить устную Тору, будут у евреев вышиблены усердием язычников-цивилизаторов, в кавычках, ее записали. Подобные цивилизаторы не перевелись и по сей день. Иногда, к сожалению, даже и из евреев. Друг, ты сказал, что второй половиной аккредитива неевреи пренебрегли. Но кто-то же из теологов христианства и ислама знает или хотя бы слышал от евреев о важности устной Торы. Есть ведь даже переводы ее на другие языки. Автор. Но я говорил о двух факторах. Первый – недооценка устной Торы, а второй – наличие незаписанной ее части, передаваемой и по сей день устно, от учителя к самому способному и праведному, это неразрывно, из учеников. Этого-то маленького кусочка, в кавычках, второй части аккредитива всегда будет не хватать евреям. Друг, представь себе, что кто-то из неевреев в качестве лучшего из учеников получает от своего учителя эти знания. Что тогда? Автор. Постановка вопроса изначально противоречива. Ведь этот праведный ученик, хоть он и родился не евреем, просто-напросто станет евреем, если искренне пришел к иудаизму. Причем это прохождение гиюра, то есть переход в иудаизм, должно было произойти гораздо раньше, на более ранней ступени его подъема по лестнице знаний Торы, задолго до того, как он смог начать восхождение на вершину, где он получит, наконец, именно те знания Торы, которые он не вычитает ни в какой книге. Поэтому-то предложенный тобою детективный вариант абсолютно исключен. Друг, тогда продолжим. Принимаю, еврейский народ – это экспериментальный цех Создателя. А как выполняет этот цех свою задачу?